В Беларуси социальное жилье возникло относительно недавно. В Мозырском исполнительном комитете есть специальная очередь. Чтобы стать потенциальным обладателем такой квартиры, нужно принадлежать к определенной категории. Социальное жилое помещение дается именно по очереди, в порядке очередности, тем гражданам, которые состоят в отдельной очереди, которая называется «социальная очередь». Это дети-сироты, малообеспеченные многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, одинокие либо малообеспеченные инвалиды первой и второй группы, инвалиды по статье 18 ЧС. Социальное не значит собственное. Для большинства заселившихся квартиры предоставляются на неопределенный срок. Граждане имеют право на владение и пользование жилым помещением, но не смогут приватизировать, обменять, разделить или сдать в наем такую квартиру. Если квартира была получена в статусе сироты, то уже спустя 5 лет жилье станет арендным. Для всех, кроме детей-сирот, это договор найма бессрочный соцжилья, куда может заселиться семья, которой выделена эта квартира. В эту квартиру они впоследствии смогут вселить только родившихся детей нетрудоспособных и супругов. Все. Детям-сиротам социальное жилое помещение выделяется сроком на 5 лет. Через 5 лет они могут остаться дальше проживать в квартире, но квартира получит статус жилого помещения коммерческого использования. То есть 5 лет они живут в социальной квартире, платят только коммунальные услуги. Через 5 лет дети-сироты начинают платить еще и плату за съем жилого помещения. Квартира меняет свой статус. Если социальное жилье получено, то его обладатель считается решившим свой квартирный вопрос, то есть снимается с очереди. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».